Would you take a job for 20 or 30 years if the boss told you you'd never receive a raise? Of course not. So why would you want to settle for that during your retirement? Thanks retirement to это уход на пенсию. Куда ты сказала мне повернуть? Куда ты сказала мне повернуть? Спасибо большое. Спасибо, блин, большое. Ну давайте, давайте, ребята, поехали. Поехали куда-нибудь. Итак, я сейчас, как я уже сказала, встречаюсь с Наташей. Еду в банк, мой любимый банк. Как только этот мой банк не называли. Сначала его называли... Ой, как же его называли? Вакховия. Потом он стал еще каким-то. А потом он стал еще каким-то. А сейчас он называется Wells Fargo. Ладно, поехали. Давай, Зелда, говори, куда мне ехать, Делтона? Ну что, прямо или? Ну, куда? Ну. Не хочет она со мной разговаривать. In 1¾ miles, turn left. Turn left. Мне надо еще перестроиться. 1¼ mile. Через 1 милю с четвертью. 1¼ одна с четвертью миля. Ладно, поехали по Делтоне. Синкхол. Вот сейчас передают о том, что синкхол, это когда земля проваливается, карстовая воронка, провалилась земля возле нового, недавно построенного, недавно открытого Леголэндс. Лего – это детские лего, там целый городок лего. Но почему-то так дороговато, там под $100 за одно посещение. Здесь-то, конечно, чуть-чуть поменьше. Ну, говори мне, где мне? Я уже проехала эти мили. Ладно, слушаю новости дальше. Тут очень часто бывают вот эти карстовые воронки. Мы одно время думали, что у нас во дворе тоже. Мы вызывали специалистов. Они нам приходили со специальным аппаратом. Я это тоже все засняла. И вот этот аппарат, в котором они... Пост-офис? Нет, нам туда не надо. Ну, говори мне, куда мне сворачивать? Мейн-стрит. И... Он этим аппаратиком прошелся по всему дому, и потом нам через 3 месяца дали заключение о том, что у нас нет этой карстовой воронки, слава богу, потому что земля просела. Я даже там боялась ходить, думаю, сейчас наступлю где-то, как, провалюсь? Ну я же столько миль проехала, говори, Зелда. Странно очень. Ну ладно, покатаемся. Ну раз ты такая... Вот она меня дурит. In 1½ mile, turn left. Через 0.5 мили. Ну ладно. Беру свои слова назад. Через 0.5 мили. И чем она меня не устраивает, она мне прямо перед... Она не говорит мне там за секунду. Она мне говорит, вот я подъехала к перекрестку, она мне говорит, поверни. А я же даже не готова была повернуть. Вот мусорная машина, сейчас я за ней пристроюсь. Здесь что ли? Здесь что ли? Зелда, ёханый бабай. Тебя уволить или где? Turn left. О, слава тебе, Господи. Так, дальше. Что? Делтона. Вот он. City Limits. Вот. Есть город Делтона. Так, красиво, красиво, красиво. Ну, какой-то очень... Через спальный район начинается Делтона. Ну, ладно. Это City Limits, это вот граница, значит, граница, вот она. Он с четырех сторон, а граница с четырех сторон, если въезжать, будет написано City Limit, или City Limit Orlando, или City Limit, там, все остальное. Почему City Limit, я не знаю, честно. Ну, сколько мне ехать, говори. Ух ты, тут даже холмы у них есть, Делтоне, ничего себе. Кучеряво вы живете, однако, друзи мои. Фишер. Улица называется Фишер. 35 миль в час. Я еду 35, больше я не буду ехать. И не просите, сзади меня машина. Кипарисы такие красивые, как
сразу напоминает Ялту или Италию. У нас в Ялте тоже такие красивые длинные кипарисы. Вон банановые деревья кругом. Бананчики у меня уже созревают, уже можно будет через месяц кушать у меня во дворе. Лино, улица Лино, Лино Стрит. Ну говори. Так, я еду 40 миль в час, конечно, немножко нарушаю, но это допустимо, это допустимо. 5 миль это как бы допустимо, хотя не очень правильно. В спальные райончики, конечно, надо придерживаться правил. Если сказано 35, значит надо ехать 35. Я иду 37, ладно, вон опять кипарисы с правой стороны. Ну где ты, банк? Эй-эй! Ау! Сказала, через сколько же мне двигаться здесь? Сколько миль? Так, ага, вот он, Wells Fargo. Вот он. Тра-та-та-та-та-та. Arriving at destination on left. Спасибо, блин, большое. Ты пока допросишься, тут есть запрещен. Ёханый бабай. Нет, можно, можно. Это туда запрещен. Так, ладно. Кому-то запрещен, мне можно. Мне можно вообще все. Мне можно вообще все. Вы какой маленький банк. Скромненький такой. Все, поехали. Поехали встречаться с Наташей. Ура! Вот и торговая плата кругом. Мы сейчас куда-то пойдем покушаем с ней. Покушаем за обедом, поболтаем о своем, о женском. Wells Fargo. Все, всех люблю. Целую. Пока. Это все еще Делтона, но вот я выехала с другой стороны озера Монроу, объезжаю. И вот я еду, как будто бы, такое впечатление, как будто бы я еду среди каких-то ферм. Дорога среди леса, и вот видно, что озеро Монроу осталось справа. Там кусочек озера видно. Так интересно, лесная такая узенькая дорожка, 45 миль в час допустимая скорость. Я сейчас 40 иду, можно немножко побольше прижать. Ну, так интересно, вот только что вроде бы только что была цивилизация, все, бах, все закончилось. И еду по лесу. Сегодня обещали до 60% вероятности дождя. Так интересно было, написано выйдет. То есть там можно где-то справлять свадьбу. Надо было туда поехать, посмотреть, что это вообще такое. Деревня такая, бах, и указатель wedding, свадьба. И вот сегодня обещают север, очень сильный ветер и сильный шторм. Посмотрим, что за шторм будет. Блюфилд, название улочки. Вот улочка называется Цитатон. Вот дождик уже начинается потихонечку. Большая школа. Деревня не деревня, а школа большая. Вот у меня GPS только что показывал школьная зона, будь осторожна, но уже все. Он так просвистел. Вот тут можно покупать растения. Люди специально выращивают растения на продажу. Вон сколько их. Это все выращивается на продажу. Называется nursery. Nursery. Так, сзади мне машина, она у меня так... Не из-за нее нельзя расслабиться. Сейчас я по воде поеду. Интересно, какие поля. Так, сейчас я поверну направо. Везде for sale. А я вот это помню, кстати. Вот это я помню. Тут я была.
Church, Baptist Church. Я тут была когда-то. Странно. Оказывается, я по этой дороге уже ездила. Ха! Интересно. После полной остановки я могу поехать направо. Интересно так. И вот еду, тут дорогу расширяют, вот сейчас я еду по этой части дороги, а вот та сторона дороги уже почти готова. В итоге вот эта дорога будет сюда идти, а та дорога уже будет две полосы в ту сторону. Дороги кругом и всюду расширяются, расширяются, расширяются. Вот настоящие фермочки, прямо совсем рядышком. Тут же города идут, и тут же... И тут же фермочки. Вон сколько воды. Сколько воды, воды, воды. Да я сейчас по мостику проезжаю. Боже, какая сказка. Болото, болото, болото. Тут строительство нас сейчас пропустили по встречке. Вот мы сейчас по встречной идем. А потом там с той стороны машины стоят, ждут, потом они пойдут. Боже, какая красота. Вот мы со встречки съезжаем. И тех уже можно пропускать потихонечку. Саня, hot now. Окей, надо очень осторожно. Вот он их держит. Стоп, пока мы не проедем все. Какие деньги большие тратятся вот на вот эти вот дороги. И вот оно все расчищается, расчищается. Какая красотень, уже новая дорога готова. Через неделю уже возьмутся за эту ремонтировать. Покрывать новым покрытием. Какая там красота, вон они какие тучи, вот оно идет. Вот он идет, самый настоящий вот этот шторм. Посидеть, подождать мне его здесь. А надо ведь домой ехать. Какая красотулечка, божечки мои. Итак, вот, скоро будет. Ой, как красиво, ой, как красиво, ой, как красиво. Какие, сколько территорий незанятых, вон их, сколько территорий диких незанятых. Вот, 3 акра продается. Вон, дикие-дикие джунгли. Вот эта дорога в диких-диких джунглях. Какая красотища. Надо посидеть, подождать. Где-то надо остановиться, подождать, пока шторм подойдет сюда. И ехать по этому бешеному шторму. Боже, как я люблю вот эту сумасшедшую погоду. Так, где-то сейчас остановлюсь и пережду. Где-то территория Сэнфордского аэропорта. Как красиво. Вот продается все. Земля на сейл, на продажу. Сколько красоты. Сколько земли. Оп, чуть не проехала. Я еду потихонечку. Какая красотулечка, божечки мои. Заехать мне в аэропорт Сэнфорд ни разу, кстати, не была. Не думала, сейчас так говорю. Вот он, Сэнфорд. Опа, опа, а там корошки, корошки. Вообще никого нет, пусто. Широченная дорога, пустая вся. Так, а где же аэропорт? Поставить мне Сент-Портский аэропорт, туда съездить. Время у меня есть, еще раз уже так далеко поехала, надо уже куда-то заехать. По этой дороге я не ездила, это я впервые здесь еду. Армейский тренинговый центр, вот написано Army Training Center. Вот обязательно солнечные батареи. Сзади никого нет, поэтому я могу ехать, крутиться, как я хочу. Сзади пусто. Итак, подъезжаю. Вот он, 1 миля до аэропорта осталось. Наверное, все-таки я сейчас заеду в аэропорт. Итак, где у нас? Passenger Terminals. Так, поехали. Кстати, маленький этот Сэнфорд, городочек, кулачок, малюпусенький, крошечный совсем. И это международный аэропорт. Это же надо. Вот Симферопольскому аэропорту, где надо поучиться.
Автономная Республика Крым и такой засратый аэропорт. Позорные туалеты. Так, сзади какой-то трак идет. Я думала поменять себе линию, но не буду менять. Пусть он уже проедет, такой громадный трак. Так, а где аэропорт? Где аэропорт? Опять сзади пусто, опять никого нет. Я еду 40 миль в час. Вот опять Lake Jessup. Вот видно. Видно озеро Jessup. Так, и вот скоро будет аэропорт. Пассенджер. Так, мне надо поменять линию. И поехали в аэропорт заедем. Называется Orlando Sanford Airport. Почему Орландо, если Сенфорд это отдельный город? Вот, International Airport. Вот написано International. Удивительно. Просто удивительно, честно. Такая крошка и вдруг International. Сколько там красоты, сколько там встречает нас этими красивыми. Итак, поехали. Паркинг. Rental car. Сколько красоты. Ну, опять я иду, вот я иду опять на этот, на черные тучи. Вон они, черные тучи. Я на них целюсь. Вот как я как раз то, что и хотела. Рам-тарарам-пам. Разделительная полоса такая красивая, вся ухоженная. Я не буду торопиться, потихонечку еду. Итак, что у нас, где у нас? Опа. Хорошо, подожди. Зелдочка, подожди, я... Так, All-Parking. Паркинг. Мне надо будет за парковку заплатить еще деньги, потому что за парковку платятся деньги. Вот он самолетик такой красивый стоит. Ой, как здесь здорово, как здесь здорово. Как красиво. Пальмочки такие, пальмочки. Итак, Terminal B, Miami Air. Ага, а где? Где находится? Turn left. Молния вон она какая только что сверкнула. Вау. Так, и что у нас? Rental car. Паркинг, все, правильно сюда. Rental car, паркинг. Там какая молния уже. Ух. Ну, ради такого дела есть смысл даже и это. Заплатить какую-то денежку за. Сзади меня уже поджимают. Простите, ребята, простите, я вижу. Еду на грозное небо. In one quarter mile, turn left. Ладно. Я буду. Сзади меня люди нервничают, они, наверное, опаздывают на рейс, и тут я такая плетусь. Turn left. Окей. All parking. Так, вы можете меня уже обгонять. Кто там хочет, кто не хочет, пожалуйста, обгоняйте меня. Такая стоит эта фигнюшка. Но не самолеты, как Elegant Parking, Value Parking. Я не буду парковаться. Зачем мне парковаться? Я сейчас проеду через терминалы и все. Красивый какой аэропорт. Городишко, я же говорю, тут население вообще всего ничего. 3,5 калеки. Божечки мои, какой красивый аэропорт. Надо остановиться. Да, надо было, конечно, поставить на парковку и походить внутри, погулять. Проеду вот так через этот аэропорт. Keep right. Окей. Как все красивенько, как все ухоженненько. Так, ладно.
Он сказал, keep right. Мне же теперь домой надо ехать. А как теперь домой ехать? Куда теперь домой ехать? Так что... какой-то. Поехали. Вот она, парковочка многоэтажная. Сейчас я покажу. In one half mile, turn right. Вот она, парковка большая. Все, вот и весь аэропорт. Так, теперь отсюда надо как-то выехать. Я выезжаю. Так, и вот сверкает, вот показывает, что осторожно, пешеходы переходят. Ну, я, конечно, и осторожненько еду. И вот оно сверкает на дороге тоже, вот на это. Перед этим полицейским тоже сверкает все. Все, можно ехать дальше. Хороший такой аэропортик, прям красивенький, аккуратненький. Ну, тут, собственно, все такое красивенькое, аккуратненькое. Все, поехали домой. Okay. Спасибочка тебе, Зелдочка. Зелдулия. Так, ладно, все, 40 миль в час, поехали. Поехали домой. Кругом поля. Взлетно-посадочные полосы. Вон самолетик застыл. Вот полосы взлетно-посадочные. Спасибо большое тебе, Зелда. Сегодня watermelon, это лимон, фу, этот арбуз. И рассказывают, что-то случилось. Никто не пострадал от watermelon. Что это там? Сейчас я послушаю. Lake Mary Boulevard. This summer's a cool and save money with Fujitsu. Fujitsu's energy efficient. Все, уходим, отползаем. До свидания, аэропортик. In 1.5 miles, turn left, then turn left. Installation is quick and easy. Okay. And you can save up to 30% on your utility bill while you stay more comfortable. Your home turn Fujitsu left. General means comfort and savings all year round. So find out how much money you can save by going to constantcomfort.com and click on the energy calculator. That's выехала на скоростную трассу, еду 60 миль в час. Сейчас это опять скоростная трасса 417, которую я сюда приехала. И вот опять сейчас я буду пересекать озеро Джесус. Lake Jessup. Jessup. Прошу прощения, я говорила Джесус. Jessup. Jessup. Громадное озеро.
радио, послушать новости. Lives all the bed bugs have been frozen to death.